Всем привет! У меня небольшая распаковочка чек. Быстренькая такая. Вот картошечку купила. Посмотрите, какая картошечка отличная прям. Вот. Дальше купила био-помидорчики такие вот. Не сладенькие, вкусные. Не помню, сколько стоит. Я знаю цену полностью. Которая. Купила себе две пачки. Уже раз такое брала, но потом не нашла. Сейчас зашла, они прям стоят. Дорогие мои. Это... Миндаль, такой сахарной глазури, карамель такая, ну такие классные, смотрите, ну вкусные. Вот, потом взяла вот такой сыр Бавария, очень люблю, с плесенью, он синий, есть и с красной, и с зеленой, а это синий, но мне вот это больше нравится. Взяла сейчас на быструю руку, приехала только потому, что крылышки уже готовые. Сейчас разогрею с картошечкой. Вот. Муж любит у меня кашу манную. Вот кашку манную купила. Дальше. Так, масло вот взяла. Масло. Молочко взяла. Укропчик. Укропчик. Лучок вот такой зеленый взяла, очень вкусный. Сейчас салатик сделаю. Вот. Дальше. Булочки взяла, хлебные такие. Ну, сейчас мне скажут, что сама не могла котлетная печь. Ну, вот котлеты взяла. Они уже готовые, но они, правда, очень вкусные. И там одно мясо. Вот. Стоит 2,99. Почти что 3 евро. Это... Ну, мне пока сейчас некогда, мне надо туда бегать, туда, и вот котлетки пойдут. Вот, вот такая вот небольшая распаковочка чек, и вышла у меня где-то на 20, ну, на 30 евро. Ну, даже не на 30, на 27. Все, такая небольшая распаковочка. Всем пока-пока, с вами была я. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, и взаимно подписываюсь везде кругом. Все, пока.